Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Могу поделиться с вами небольшим секретом. Для архаманов Ростова и Ростовской области создана группа в WhatsApp «Леруа Мерлен на Доватора», в которой сотрудники магазина сообщают нам, когда будут новые поставки цветов и орхидей. Поэтому я приехала в 8 часов утра к открытию магазина, зная, что девочки до глубокой ночи принимали цветы. Цветов очень много, ведь совсем скоро День всех влюбленных или День Святого Валентина, который отмечают 14 февраля во многих странах мира. К нам этот праздник пришел в начале 90-х годов, конца прошлого тысячелетия. Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, конфеты, игрушки, воздушные шарики, особые открытки в виде сердечка, валентинки и, конечно же, цветы. А цветов в магазине сегодня огромное количество, на любой вкус. Сотрудники выставляют цветы на полки, а я постараюсь показать вам все орхидеи с названиями. Порядок цен на орхидеи покажу в самом конце видео. Наслаждайтесь красотой цветов, а я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых обзоров!